Приветищи! Ты уже понял, да, где мы находимся? Мы находимся в Субнатике, это разбитая Аврора, вокруг вода, и мы здесь выживаем. Сегодня мы с тобой отправимся еще разок в ту самую пещеру, где мы нашли жилой модуль, старенький, потрепанный. Но сперва мы сделаем радиационный костюм, потому что радиационный фон от Авроры подбирается к нам все ближе и ближе. И в эту пещеру с каждым днем все сложнее и сложнее заплыть. Так, посмотрим, он одет? Да. Костюм со свинцовыми ставками защищает от радиации. Он у нас теперь есть. Отправляемся в ту пещеру. Уи, как мне здесь нравится прыгать в воду. Итак, почему мы отправляемся к этому жилому модулю? Потому что внутрь в него можно было, оказывается, заплыть. Спасибо твоему комментарию. О, какая красота. Два огромных плавающих острова. По-моему, они спят. А нет, они шевелятся. Да, кто бы что ни говорил, но радиация даже в радиационном костюме наносит мне урон. Это очень плохо. Не так значительно, как без костюма, но все равно. Блин, да ты посмотри, радиация даже здесь есть. Капец, она с каждым днем реально все ближе и ближе к моей капсуле спасательной. Так, значит, о, мы сюда в медузу можем заплыть, серьезно? Нифига себе, мы в медузу заплыли. И что у нас здесь есть? Взять яйцо существа. Она здесь яйцо хранила. Так, все, поплыли, у нас мало кислорода. Где у нас здесь разлом? Вот у нас разлом, и здесь мы можем заплыть сюда. Убираем наш глайдер. Оу, вот эта штука, она ядовитая, лучше их не касаться. Так, аккуратненько здесь проплываем. А я их могу ножиком как-нибудь? Вот так вот вас. О, кажется, ножиком проблематично будет. Что у нас здесь есть? Водосточная станция, давай ее быстренько отсканируем. А кислорода все меньше и меньше. Рабочий стол, отсканим. Висячее жало, давай отсканим, посмотрим, насколько оно ядовито. Блин, кислорода мало. Надо всплывать, надо всплывать. Как думаешь, я выплыву или нет? Я думаю, что шансы есть. Вот это дела, я думал, что я не выплыву. Давай поднимемся на второй этаж. Посмотрим, что у них тут на втором этаже есть. Ну давай, выплывай. На втором этаже у нас здесь пусто. Хотя смотри, я что-то отсканировать могу, это лесенка, нет? Что это? Обсерватория? Где обсерватория? Вот этот модуль, это обсерватория? Ну давай сканернем. Обсерватория у нас есть, и здесь валяется КПК. Давай заберем его. Спускаемся на первый ярус. Посмотрим, что еще здесь для нас полезненькое есть. Ух ты, что это такое? Открытый ящик с данными. Забрали какой-то чип. Вижу кровать, нифига себе, вот это роскошь. Надо поскорее сделать кровать, потому что у меня очень болит спина. Я сплю на полу все-таки как-никак. Что еще? Что еще? Живая стена, давай отсканим быстренько. О, КПК лежит, заберем. И здесь все. Вроде бы мы все здесь отсканировали. Жилой модуль мы полностью скопировали. О-о-о-о, задел. Задел медузу. Черт подери. Все, выходим отсюда тогда. Пока выплыву, погибну от этих медуз. Все. Мы выплыли, и мне чертовски интересно, что здесь есть еще. Но, к сожалению, кислород нам не позволяет. Нужно побольше баллончика где-нибудь найти. Ух ты, смотри, что это за... Что это такое здесь? Интересное местечко. Я вижу какой-то контейнер. Откроем. Батарея. Заберем. Ты слышишь этот звук? Очень жутко. Фонари. Осветительная мачта. Сканернем. Есть контакт? Воу-воу-воу-воу-воу. Что это за червяк? Кажется, пора валить отсюда. У меня и кислород заканчивается. Ну все, мы дома. Мы дома наконец-то. Набрали кучу всего. Ты только глянь, сколько мы отсканировали чертежей жилого модуля. Сейчас мы это попробуем все реализовать. Но для этого нам сперва нужно сделать строительный инструмент. Посмотрим еще раз на строителя, микросхема и комплект проводов. Провода я уже делал. Для них нужна серебряная руда. Легко, найдем. А вот с образцом пластичного коралла нужно будет немножечко помудриться, поискать. Кстати, для микросхемы нужны медные провода. Они у меня как раз есть. Вот. Что-то у нас тут радио мигает, давай послушаем. Аврора, это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете. И мы нашли место для посадки, которое... Ну, оно лучше. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Затем мы спустимся к вам. Скрестите пальцы, чтобы погода не подвела. И не заставляйте нас ждать. Солнечный луч. Конец связи. Нифига себе, за мной прилетели. Кстати, ты в комментариях написал, что вот этот пердун, он похож на ждуна. И я реально этого не замечал. Он действительно же похож мордой на ждуна, смотри. Смотри, ну подожди, красавчик. Ну что ты пердеешь, ну что ты испугался. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну дайте
Фейс твой сфоткаю. Покажу, какой ты красавчик. Ну чего ты? Вот он. Ждунчик наш. Ну реально чем-то похож. Смотри, что нашел. Гигантские шары, привязанные ко дну. Это я, короче, в поисках серебра наткнулся на это. Давай сканируем, посмотрим, что это такое. Очень любопытно. Якорный кокон. Такое ощущение, что это яйцо какого-нибудь левиафана. Но выглядит, конечно, шикарно. Опа! Приплыли домой, а тут уже маяк. Чё они там? Потерялись, что ли? Радио. Приоритетное автоматическое сообщение со спасательной капсулы 13. С Авророй. Координаты прилагая. В спасательной капсуле находится высокопоставленный пассажир. Джучи Хасар. Я сказал Хасар! Зачем я вообще должен записывать это? Немедленно отправьте представителей похоронного бюро. Походу, Хасара преждевременно уже похоронили. Блин, и что делать? Плыть за этим Хасаром или направиться к солнечному лучу? Вот это дилемма. В любой непонятной ситуации надо выждать, приготовить покушать, и потом уже только плыть, потому что я довольно голоден. Вот так вот рыбочку мою. Да, как хорошо. Наконец-то я калории свои пополнил. Надо бы еще покушать. Вылазим на поверхность, быстренько меняем батарейку в глайдере. Замена. Вот так вот. И поплыли вон туда, да? Подожди, или вон туда. Ё-моё, и туда тысячу, и сюда тысячу. Эх, там у нас солнечный луч, а здесь у нас этот Хасар. Твою ж налево, туда дальше плыть. Ладно, поплыли за Хасаром, думаю, успею. Мне вот интересно, если я включаю сканер и включаю фонарик, потребление энергии у глайдера возрастает? Если это так, то тогда лучше вообще все отключить нафиг. И плыть без всего. Тогда, может, батарейка дольше будет жить. Вот же ж прикол, да? Все капсулы, я не знаю, сколько их всего, они падают, и никто в них не выживает. Даже сейчас я плыву за капсулой 13, чтобы забрать останки высокопоставленного какого-то чувака. Ух ты, нифига себе, какие красивые медузы, смотри. Интересно, они опасны или нет? О, да их там куча. Жесть. В биомассе данной зоны доминирует растительность. Регистрируются слабые сигнатуры транспортных средств. Ну, конечно, это вот... Капсула 13, наверное, ее и регистрируешь ты. Так, где здесь проход, где вход? Прям сверху крышку вырвали, офигеть. Включаем фонарик. Че, есть здесь что забрать? КПК забираем. А где останки-то? Забрать останки, это вы имели в виду КПК забрать? Ладно, фиг с вами. Во-во-во-во, подожди, что это такое у нас? Что это? Литий! Ничего себе, давай заберем. Медуза, тихо, не подплывай ко мне. Я видел здесь еще коробочку какую-то. Что это такое? О, фрагмент мостика, циклопа. Давай сканернем, это нам пригодится по-любому. Чертеж циклопа, еще больше подводная лодка, чем мотылек. А здесь у нас что? Открыть ящик с данными. Какой-то чип. Синтезирован новый чертеж. Этот чип дал нам новый чертеж. Ладно, все. Вроде бы здесь мы совсем закончили. Давай еще раз вокруг вот так все осмотрим. Все ли мы там забрали? Ну да, вроде бы все забрали. Смотри, какие здесь подводные деревья, словно грибы какие-то. Вот это масштаб. Карл у Клары украл кораллы. А где эти кораллы? Вот фиг их знает. О, известняк, давай скопать. Подожди, а это что такое? Фрагмент биореактора. Нифига себе. Повезло мне тебя найти. Опачки, плыву, и смотри, что нашел. Остатки от Авроры. Что у нас здесь есть? Я вижу, что здесь еще один фрагмент биореактора. Твою ж налево, кто меня куснул? Я сейчас по жопе надаю. Так, биореактор, мы все чертежи забрали. Смотри-ка, можем в модуль заплыть. Надеюсь, здесь нет опасных рыб. Ух ты, компы. Могу компы сканернуть? Почему нет? Они же мне по-любому бы пригодились на моей спасательной капсуле. Здесь ничего отсканировать не могу, есть зато фоточка. Фоточка чьей-то, видимо, жены или девушки, не знаю. Сюда. О, здесь нужен фонарик. Глайдер, где ты? Ничего себе. Это грузовой отсек какой-то. Здесь я тоже ничего отсканировать не могу. Воу-воу-воу-воу-воу, что это такое? Мотылек, фрагмент мотылька. Ништяк. Чертежи мотылька собраны на 67%. Нужен еще один фрагмент. Опа, а вот и третий фрагмент мотылька. Рядышком валялся. Ну все, теперь мы можем сконструировать мотылек. Вроде бы я здесь все отсканил. Поплыли на поверхность. Оу! Оу-оу-оу! Три левиафана! Слушай, они же... Это же риф. Может быть, на них есть коралловые пластины?
Давай попробуем что-нибудь там сковырнуть. Достаем ножик и поплыли. Что это такое? Пластичная коралла. Точно, ты прикинь. Я ее нашел. Надо как-то ее оборвать только. Во-во-во, лови ее. Поймали. Как я вообще предугадал это, то, что здесь может быть пластичный коралл. А это что такое? Румяная колыбель? Давай возьмем, может пригодится. А, инвентарь у меня переполнен. Блин, надо что-то выкинуть, наверное, да? Чё выкинуть? Чего у меня много? Противорадиационный шлем у меня не был одет. Вот же ж, блин, я дубина. Я-то думал, почему меня радиация-то так долбит. Этого левиафана мы исследовали полностью. Здесь больше нет такой пластины. Попробуем переплыть к другому левиафану. Где он? Где? Подожди, они что? Они в разные стороны поплыли? Да ладно вам. А вот и еще пластичные кораллы. Целых 3 штуки. Вот это мне фартануло. Срезаем все это дело. Есть один. Второй. Третий. Ну все, мне теперь на целых 2 строительных инструмента хватит кораллов. Делаем, значит, микросхему. Ух ты, какая плата. И делаем комплект проводов. Строительный инструмент у нас готов. Строитель предназначен для постройки жилища, способного выдержать экстремальные условия окружающей среды. Достаем наш строитель. Где он у нас? Вот она. Похоже на бритву. Или на переносной микроскоп. Осталось разобраться только, как строить этой штукой. О, вот, нашел. Первым делом, надо построить многоцелевую комнату. Для этого нужен титан. А титан у нас вот в этом маленьком хранилище. Достаем. Вот так вот сбираемся. И куда мы этот многоцелевой... Как он там называется? И куда мы эту многоцелевую комнату поставим? А, не понял. Во-во-во-во-во, вот сюда я ее могу, да? Может, подальше от корабля? Или пофиг, я хочу на поверхности. Странно. Очень-очень-очень странно. Я почему-то могу построить только в этом месте. Очень подозрительно. Что это за дела такие? Я не понял. Вот здесь я могу построить. А в той стороне или туда я не могу. Понятно. Короче, мы будем строиться в сторону Авроры. Это нехорошо. Я хотел подальше от нее держаться. Комнату я могу опустить либо под воду, либо на поверхность. Под водой я бываю часто, так что давай сделаем ее лучше на поверхности. Вот сюда. Ух ты, как она строится прикольно, слушай-ка. Офигенно. А она у меня случайно не утонет? Да не, вроде держится, слушай. Ого! Ого-го! Все, я теперь понимаю. Будьте благоразумны разделять пространство для работы и досуга, чтобы максимизировать продуктивность. Относитесь к данному пространству как к своему дому. Но не забывайте, что оно им не является. Вот спасибо. Я как будто об этом не знал. Блин, меня так бесит свой КПК, он иногда такие, блин, кэповские вещи говорит. У нас там что-то радио мигает, слушай. 2 минуты до встречи с лучом. Ладно, пофиг. Пусть радио мигает, поплыли. У нас времени нет. Надо кучу успеть. Что там будет? Ух ты, ты посмотри, что это такое там. Это островок. Это же остров. Блин, круто. Надо было модуль-то сюда притащить. Опа, смотри, а что это там? Что это такое? Я не понял. Это какая-то постройка инопланетная. Или это корабль? Ладно, сейчас поближе подплывем. Ты слышишь? Ты слышишь эти звуки? О, ты посмотри, что происходит. Не понял. Это пушка! Куда она стрелять будет? Неужели в солнечный луч? В регионе обнаружена массивная энергетическая сигнатура. Идентификация невозможна. Твою ж налево, где корабль? Солнечный луч! Выживший, мы вас видим! Блин, я не знаю, как вы там выжили. Мы вошли в атмосферу, спускаемся к месту посадки. Это что там внизу здания? Что значит не можем опознать? Держитесь, поворачивать поздно. Все по местам, касание через 10, 9, 8. Помехи. Ребята, кажись, вам хана будет, да? Идет от здания. Смена курса. Двигатели на... Помехи. Ух.
Ты-то чё прикопался? У меня тут вообще трагедия случилась, блин, ну... Ты прикинь, целый корабль с людьми просто взяли и разбомбили. Я сюда плыл за 1000 километров, чтобы увидеть вот это. Какие странные вещи, инопланетные. Пушка зашевелилась. Ага, она собирается обратно. Ну, в принципе, я думаю, что за мной сюда больше никто не захочет лететь. Скажет, да ну его нафиг, пусть там сам выживает, да? Как она гудит. Жесть. Вот эту штуку сканернуть я не могу. А если ножиком? Ножиком тоже не могу. И смотри, их здесь достаточно много. Интересно взобраться сюда. Ух ты, тут проход есть, смотри-ка. Офигеть. Ставить скрижаль. У меня нет скрижали. Видимо, я ее либо найду здесь где-нибудь, когда грохну какого-нибудь инопланетянина, либо я ее создам. Интересно, если коснусь вот этой стенки, она меня грохнет, нет? Нет, она мне ничего не делает. Да, очень интересно. Еще вот эта штука как трансформер. Ну, что поделать, мы с тобой живем, продолжаем жить. Нужно выживать. Кстати, очень непривычно как-то бегать по песку. Прям такое удовольствие получаю. На то все вода да вода. Здесь вот есть какая-то тропиночка. Ну-ка, давай поднимемся, посмотрим. У-у-у, какие щупальцы тут. Подожди, это что? Это что, скрижаль? Взять? Пурпурная скрижаль? Ого-го-го-го. Подожди, то есть, в принципе, если бы я ее раньше нашел, я мог отключить эту пушку, и она бы тогда не выстрелила в этот корабль? У меня сейчас мозг просто разрывается. А получается, знаешь, почему мы потерпели крушение? Нет-нет-нет, мы были в космосе, мы не спускались на эту планету, нас не могли пострелить. Догадки, догадки, догадки. Ну-ка, давай прыгнем отсюда и посмотрим, насколько она глубоко там в воде. О-о-о-хо-хо-хо-хо, ты посмотри. Да это же прям штаб-квартира какая-то здесь. Ладно, скрижаль мы нашли, пойдем. Пойдем, попробуем зайти и посмотреть, что там. Причем, знаешь, такой гулял-гулял по пляжу и хоба, скрижаль нашел. Подожди, еще одна? Но это сломанная. Это сломанная скрижаль. Почему здесь так много скрижалей валяется? Как будто просто кто-то ключи потерял, заходи, не хочу. Вставляем скрижаль.